Приятно познакомиться. Да, мне тоже. Ну, я живу в Ярославле. Занимался долгое время и оптимизацией, и продвижением сайтов, настройкой Яндекс.Директ, там, созданием сайтов. У меня была веб-студия. То есть мы года 4 работали. Потом я веб-студию распустил, там стал частно заниматься, типа фрилансером. Этим летом я понял, что мне это уже все надоело, надо что-то менять. И я стал искать, что я вначале ударился там в продажи, решил интернет-магазином заниматься. Но меня это не тянет. А какой ты интернет-магазин хотел открыть, если не секрет? Я по продукции, ну там телефоны, вот, всякие там... Аппаратура это, китайская. Huawei есть, еще и Xiaomi. Вот, Xiaomi вот. Я проанализировал ниши там, даже запустил пару товаров, там вроде заказы хорошо шли, но как бы не мое это. Надо заказывать все с Китая, что-то в этом разбираться я не стал. Вот. А потом в сентябре или в октябре увидел рекламу, перешел и все. Мне понравилась эта идея. По партнерству, тем более я сам уже неоднократно так работал, только не в сфере Яндекс.Директа, а в сфере SEO-продвижения. Ну, я раскручу человек сайт, да, и получаю с него процент, да, так скажем. Вот, если не секрет, сколько максимум брал денег за настройку? Ну, так просто в сравнении с результатом. Настройка Яндекс.Директа у меня была 6 тысяч. А SEO-продвижение, там минималка 10, от 10 до 30, ну, средняя 18 входит. Яндекс.Директ у меня было как это, вот человек заказывает SEO-продвижение, я ему продаю еще и Яндекс.Директ. Я понял, дополнительной услугой. Да. А сайты ты тоже делал? Да. И если тоже, если не секрет, почему? Просто вот интересно, опять же, в сравнении. Ну, у тебя получалось сколько раньше ты вот, условно, на фрилансе зарабатывал на ну, директ, SEO и так далее? Около 100 тысяч. 100 тысяч получилось. Да, но вот приходилось работать много, ну, реально много. Ну, это тоже кейс, кстати говоря, ну, это правда, да, я согласен. То есть приходится самому искать клиентов, обрабатывать, работать, то есть это, ну, тяжело, реально. Потом, вот сейчас, после интенсива, я запустил сразу нишу. Вначале я газовые котлы запустил, но что-то не пошло. Ну, мне она не очень понравилась. Не понравилось то, что маленькие чеки. То есть там выходят, там они 2-3 тысячи берут с клиентов. Ну, я по Ярославлю запускал. Но я в Москве сделал, и может что-то не так сделал, не знаю, может сайт плохой сделал. В общем, там слил бюджет 1500, решил приостановить. В общем, надо дорабатывать там сайт и... Может, еще раз попытаться. Вот. А потом решил алмазная резка. В принципе, я не знал, что это такое вообще. Просто мне понравилось словосочетание алмазная резка. Ну, решил алмазная резка. Все, и как-то сделал сайт, проанализировал конкурентов. На сайт мне ушло. Ну, не сайт, там лендинг я сделал на платформе LP делаю. Мне уходит на это сутки где-то. А рекламу тоже сутки. Запустил рекламу. Вроде нормально пошло, потом рекламу переделал. Что еще лучше? Сейчас у меня заявка обходится, если в директ-поиск, то от 270 до 350. Ну, супер, это отличная цена. Это по Москве? У меня два города, Москва и Питер. А, то есть совокупно, ну, в среднем. Да. И, а если RCA брать, то там от 400 до 600 рублей. Заявок я получил всего 79 заявок. Потратил я там 38-40 тысяч. Вот, чистыми, как бы, у меня уже пришло и должно прийти, там, 78, я посчитал. 78. Слушай, а ты договаривался, ну, вот, условно говоря, ну, там у нас было 3 дня, да, на интенсиве. А, вот третий день, как я понимаю, тут сейчас о чем я хочу спросить. А, насколько ты договаривался в процентах с мастерами, если ты с мастерами, конечно, договаривался? Да, мастеров я много перебрал. Может, человек 10. Угу. В Москве... Человек 5 по Питеру. Угу. Все такие разные цены. Я и к фирмам обращался, потому что там есть, ну, такие заявки, что им нужно СРО, допустим, да. А по Москве я СРО не смог найти, чтобы, ну, дешево делали. То есть по Питеру нашел, по Москве не смог найти. То есть из-за этого много таких вкусных заявок ушло. Я не смог их взять.
Вот, а так цены, то есть у меня бывают такие мастера, которые, ну, чисто вот умеют пилить, ну, разговаривать даже не умеют, не с ними, мне даже с ними тяжело было говорить. А бывают, которые, ну, нормально говорят, не знаю, как там у них по ценам. Первая заявка, вот, и у меня, помню, провалилась, потому что первая там резать нужно было окно, там на 20 тысяч договорились, что-то они сами все сделали. Сошелся я только с третьим мастером, который мне все нормально объяснил, то есть там был какой-то посредник, которому я тоже скинул заявок 5 или 10. Хитрый посредник, он типа мне обещал тоже там 15%. А вообще в процентах я не могу сказать, потому что я вначале так работал. Заявка приходит сначала, я договариваюсь с человеком, да, по цене, потом ищу исполнителя. Обзваниваю 10 исполнителей, у кого меньше, да, тогда я их свожу. Ну, это типа как посредничество, у меня было посредничество. Но это было очень тяжело, это приходилось много обзванивать. Потом я стал просто человеку отдавать заявку, он сам ее стал обрабатывать. Выходит, у меня минимум 10, максимум было 40%. Но 40 это очень редко. Так, в районе, я могу сказать, 18-25%. Ну, это нормально вполне, в принципе, при условии, что... Бывают у меня совсем провальные заявки, так я с них беру просто 1000 рублей там на бурение, допустим. Человек берет 7 тысяч, мне 1000. Не знаю, сколько это, процентов 15-20, наверное. То есть у тебя по факту, ну, условно, у тебя пришлось на 34 тысячи энное количество заявок, и получилось где-то около 20-30 закрытых клиентов, как я понимаю. У меня получилось 38 тысяч я потратил, 78 заявок, закрыл, уже получил 13 заявок. А, 13 всего заявок. Ну, то есть 13 это заявок. не такой большой прям процент закрытия был как раз изначально. 13% где-то или 15. Вот. И сейчас еще закрывается в районе 10-15 заявок. Так, хорошо. А ты вот, собственно, это за какой промежуток времени самой работы рекламной кампании и за какой промежуток это полученные деньги? Ноябрь. Это, ага, ну супер. А что в декабре делал, если не секрет? В декабре я немножко приспустил рекламу, то есть там мало кликов было. Сезон. Да, я не знаю, сейчас уже что-то все меньше и меньше кликов. Но я RSA выключил, допустим, да, сразу стало меньше гораздо. AdWords не запускал, просто не дружу с ним, не знаю почему. Ну, в принципе, вот ты мне скажи, хорошо, а что внедрил из интенсива вообще? Ну, Яндекс.Директ. Партнерку. Все, которые... А чё? Партнерку. Ну, вот условно, у нас было 3 дня, да, первое это декомпозиция, понятно, я уже понял, как ты выбрал нишу, понравилось по словосочетанию, я как понял, ты все равно посчитал декомпозицию, как я понимаю. Я Ну, считал, да, я много считал. Я считал бизнес своей жены, допустим. Считал свой бизнес, считал на электричество под ключ, допустим. Алмазную резку. Ремонт котлов уже, как мы поняли. Да, еще несколько ниш, но алмазная резка мне чем понравилась там, ну, действительно, конкуренция небольшая. Хотя стоимость клика все равно, ну, у меня выходит она, я в спецразмещение попадаю только вечером, поэтому у меня большая часть заявок вечером приходит. А днем я в основном так внизу нахожу страницы. Окей. То есть смотри, я уже считаю, декомпозицию сделал, анализ конкурентов провел. Ну, по-хорошему. Да. А дальше получается, сайт сделал сам на LP, на платформе LP, любой абсолютно, неважно, генераторе. А, платформа. Я сделал, в общем, сделал я 3 сайта. 3 сайта даже. Да. Ну, не будем, я не буду брать котлы, я возьму сразу алмазную. Значит, лендинг сделал на платформе LP, плюс, значит, нашел хороший красивый лендинг в Нижнем Новгороде, его просто скачал, поменял свои там номера и тоже поставил. И сайт на платформе LP конвертил лучше. Окей.
Так, директ... Но конверт лучше. Окей, директ настроил. Ну, окей, настроил. И дальше у тебя партнерка. Это как раз у нас третий день был. И ты, по сути, сколько у тебя всего было партнеров? Сколько ты вообще прозванивал вот в общей сложности? Штук 10-15, да, был, наверное, исполнителей. Но тут я решил пойти немножко другим способом. Я решил поначалу никому не звонить, потому что для меня это было страшно. Да. Я сначала решил эти заявки. А вот когда нашел заявки, я стал уже звонить. И как договаривался, я сразу кидал заявку. И... Ну, за счет этого как раз тебе получилось, что первые партнеры, ну, не очень, как я понимаю, были, а только с третий партнер у тебя... Да, штуки 3-4 у меня партнеры не очень были. Окей. Чего тебе из интенсива прям такого прям понравилось, что запомнилось? Ну, уже время прошло, знаю, уже... Я могу сразу уже часть выделил, да, того, что ты внедрил. Может быть, что-то было еще. Ну, понравилась сама идея, на самом деле. То, что можно зарабатывать с помощью партнерства по любой нише. Причем эти ниши для меня как бы, ну, близки. Потому что я многие ниши раскручивал по SEO-продвижению. Угу. Ну, особенно там строительство домов раскручивал, фундаменты раскручивал. И клиенты как бы довольны были. Не знаю, сколько они зарабатывали, но были довольны. А тут решил, можно сказать, сам попробовать. Да. Я, причем у меня же были идеи, я думал, да, я сам дома попродаю. Сделаю свой сайт, открою, сделаю SEO-продвижение. Я про директ не думал вообще, потому что в основном продвигаю сайты. Сделаю SEO-продвижение, через полгода буду получать там тонну заявок. Но в основном это все так было. Все это нужно делать, все это нужно. Откладывал. Да. А тут настроить дилер, ну, по сути, я делаю сутки. В какой момент тебе страшно было? Ну, кроме того, что, понятно, партнеров ты... Ну, по тебе видно просто, что в какой-то определенный момент тебе явно было дискомфортно это делать. Вот. Директ плюс лендинг, понятно, ты, в принципе, довольно... Ну, ты можешь сделать сам, по сути. Первый страх – это когда вкладываешь деньги. Ага. Это шаг в неизвестность. А сколько ты вложил вот первым шагом? Вот расскажи. Вот это очень интересно. Где был порог? Я вложил 12 тысяч, потом еще 12, потом по 5 тысяч там добрал до 40. Хорошо. А второй этап, когда было страшно? Когда партнеры пошли? Второй этап, да, когда с партнерами стал. А подожди, нет, а заявки первые, звонки? Или это уже было не страшно? Нет, это не страшно. Почему-то, ну, не знаю почему. Это интересно, скорее всего. Mm-hmm. Нет, там не страх, там идет немножко другое чувство. Там, когда заявка приходит, и вот тебе нужно ее быстро обработать, допустим, в котлах вот такое у меня было, надо быстро человеку, вот за 15 минут не успел обрабатывать, он другому уже позвонит. Да, все верно. Надо найти человека за 15 минут и их свести. Некогда думать о страхе, да, и так далее. Да, нужно да. Делать быстро. В алмазной резке, да, там человек может думать месяцами, нужно ли ему этот проем или не нужно. Поэтому там не так было. Окей. Ну и, собственно, с партнерами тоже я услышал, что есть небольшие страхи. Но это тоже, в принципе, все это решабельно, как я... Да, но сейчас уже страхов нету. Хочется еще другие ниши попробовать. Сейчас вот, я хочу как раз следующий вопрос, ты сам его озвучил. А если о других нишах говорить? Ну, понятно, сейчас декабрь, по сути, сейчас уже Новый год на дворе, поздравляйте, почти с наступающим. Вот, а, собственно, если говорить про планы, что хочешь запустить в, ну, уже сезон, потому что там уже строительный сезон начинается. Я нашел партнера хорошего в Питере. Он занимается, допустим, он мне сказал, что занимается асфальтами. Там очень хорошие чеки, говорит. Да, хорошие чеки. Там, вот он сейчас закрыл 100 миллионов, там ленту они делали. То есть я прикинул, даже 1% со 100 миллионов, это, в принципе, неплохо. Очень даже. Вот. Полквартиры в Ярославле. Ну да. То есть, причем, ну не знаю, сейчас, конечно, уже асфальт поздно запускать, но он сказал... Скорее рано еще пока, ну даже через пару месяцев. Потом, что он сказал, у него еще бизнес есть по воротам откатным. То есть тоже мне предложил за 90 тысяч, типа накручиваешь десятку, подаешь за сотню.
А то и можно и две десятки накручивать. Ну, Можно 10, да. Сказал, что у него люди тоже таким образом, кто-то работает с ним. Заявки ему кидают, то есть. Но тоже, в принципе, я сейчас посмотрел, можно создать по откатным воротам. Ничего сложного нету там. А из крупных чеков вообще таких? Ну, я понял, асфальт, ну, давай так назовем, асфальт бывает разный, от там Да, да, 3-4 квадратов, да, там до 2-3 да. тысяч и так далее. Как раз дорогу, если закатать, там будет много тысяч квадратов. А вообще, если из больших чеков. И вообще, что тебе больше нравится? Вот расскажи, а быстрые деньги или все-таки долгие деньги? Вот что это тебе? Я знаю, что ты сейчас попробовал только одно, но все-таки. Мне больше нравятся, конечно, быстрые, да, деньги. У меня есть ниша, которой я буду обязательно заниматься, это продажа домов из бруса, строительство домов из бруса, потому что у меня 5 клиентов по домам из бруса есть по SEO продвижению. И они не жалуются. То есть там все хорошо. И они разбросаны, как я понимаю, они там Москва условно и так далее, Нет, другие они регионы. все на самом деле находятся в Костроме. Все клиенты в Костроме, но работают на Москву. Я настраивал рекламу Дилект 5 лет подряд, но 10 домов точно за сезон они не продают рекламу. Вот, я думаю, это хорошо. То есть я тоже, наверное, и на дома пойду, и на фундаменты пойду обязательно. Все сезонные ниши. Ну, правильно, это хорошо. А эмоции? Какие остаются эмоции? Ну, я понимаю, страх прошел, деньги вроде в кассе, все хорошо, эмоции. А эмоции, поначалу были эмоции, а потом просто холодный расчет. Так, ага, столько заработал, столько вложил, так, надо бы еще там довложить, чтобы еще больше заработать. Кому бы порекомендовал вообще таким заняться? Ну, условно говоря, я понял, часть людей, которые раньше занимались директом, занимались SEO-продвижением, ты бы, наверное, им порекомендовал в любом случае, похоже, хотя бы попробовать работать на партнера. Да, но без опыта в Директе тяжело будет, конечно. Потому что тут надо все-таки попробовать это дело. Минимум, не знаю, сколько там, год поработать в Директе, чтобы знать всякие тонкости. А так, в Либо принципе, нанять специалиста. да. Но это, я думаю, это у меня следующий уровень, нанимать специалистов. Но все-таки кому бы порекомендовал? Маркетологам, SEO-продвиженцам, директологам. Те, кто хочет заниматься бизнесом, в принципе, справится любой. Только директ нужен, по сути. Ну, тут не только директ, конечно, понятное дело, базовый. Социальные сети, я вот, можно с социальными сетями, но я, например, не люблю. AdWords можно тоже, без проблем. В принципе, всем бы порекомендовал, кому нужны деньги. Во, И точно, это золотые слова. кто не боится вкладывать. Вот. Хорошо, Я буду ладно. еще одну нишу запускать. Это какую? Так, профориентация. А, да-да-да, знаю такое. То есть у меня жена занимается, сейчас вот я сделал ей лендинг. Вот, на днях надо запускать. Я понял. Спасибо.